Всем привет! А у нас сегодня свет, электричество есть, чудеса, да? Никогда не думала, что буду радоваться этому факту. Иду, короче, в БИМ. Солнце светит. Блин, очки не взяла. В БИМ иду. Диана там стратила, не купила, а теперь ей нужно к обеду. Я говорю, ладно, я схожу, иди спокойно в школу, я пойду тебя куплю. Сейчас пойду посмотрю. Да там нет ничего. Там какой-то один из дней есть завоз. Всякое барахло привозят. Но я не знаю этого дня. Поскольку не хожу там, ничего не присматриваю себе. Зачем оно мне надо? Погодка класс. Я хоть и кофточку надела, но погодка суперская. Сегодня пятница. Иду купила тут уже. Как всегда, лазила. Там завезли всякие разные. Куртки были по 89 лир. Такие как мужские, так и женские. Ну, как стеганые, плащевочные. Такие тоненькие. Не знаю. Женские все разобрали. Остались только мужские. Всякие разные детские костюмчики спортивные позавозили, там вижу. Сковородочки, ну, в общем, все такое. Но мне такое не надо. Я взяла все, что мне необходимо. Правда, увидела, там лежали на кассе носки. Еще носков взяла, там три пары. Немного. Дианусики хватит. Все, завтра у нас суббота. Завтра мы идем смотреть квартиру. Поглядим, что там, как там. Там в старой части Антакии. Ну, в общем, поедем. Там в городе, но в старом городе. После обеда. Ну, если муж, конечно, мне разрешит показать, я покажу, сниму. А то он не любит, да? Ругается на меня. Выключи камеру. Выключи. Так что, не знаю. Ладно, пошла. Сейчас уже Диана мне придет с обеда. А она же без ключей. Вернее, на обед с обеда. На обед. А тут, видите, кто-то мусор нам подбросил. Что это такое? Сейчас выйду, наверное, ведро наберу. И вот эту нашу площадку. И вот тут пролет. Все промою. Вчера соседи тут оставили мусор. Кот забежал. Короче, разодрал его. Муж мой собирал. Сейчас выйду, вымою. Кто-то там писал. Сама бы вышла и помыла. Да не вопрос. Вышла бы и помыла. Проблем нет. Только мне муж не разрешает здесь мыть. Я ему говорю. Давай я помою. Мне это не сложно. А не тут ключ. Он мне говорит, нет. Здесь есть кому мыть. Ну, есть так есть. Так, ну что купила? Сейчас вам покажу свои миленькие, мельчайшие покупки. Вот такие вот носки. Ну, я же говорю, смотрю, на кассе лежат. А я искала, там не нашла их. Три штуки здесь. Сейчас прямо покажу вам. Какой они длины. А, вот они так заложены. Вот такие вот носки. Ну, как раз у Дианки темные. Правда, она не сильно любит вот эти длинненькие. Любит коротенькие носочки. Ну, да ладно. Пусть носит. Какие есть. Вот такие вот. А, нет, нормально. Не знаю, насколько хватит ей. Горит. На Дианусике все горит, все подгорает. Вот такие. Надеюсь, на нее налезут. У Дианы размер ноги 38, а у меня 37. Но тут написано 36-40, поэтому должны налезть. Дальше я взяла, смотрите, кик-кик, а то у меня заканчивается. Кстати, на рынке была, там свежий был. Я что-то вообще забыла его купить. Надо в следующий раз пойти и купить. Взяла вот такое... Лукум. Не люблю, когда кокосовой стружкой посыпан. Мне этот такой простой больше нравится. Ага, вот. Вот эти прокладки. Я даже не забыла цены. Сейчас посмотрим чеки. Там, в принципе, какая разница, правда? Дианке по жопе мне надо дать. А это мне. Один беру, одну штучку, понимаете? Чтоб не это... Не разожраться. Так, что она тут говорит? Скарлетт. Скарлетт.
Ага. 8 лир носки. 3 лиры эти Скарлетт. Кикик. Лира 45. Лира 45 кикик. Это что такое? 30 грамм. Короче, сладости вот такие. Это, по-моему, 65, а это 45 куруш. А это 2,25. Вот. И все. Ну, в принципе, а что? Только такое можно в Биме в этом и купить. А я возвращаюсь домой. Не знаю, что там Дианусика, не крутится у меня. Короче, ходила в гости. Ой, хоть пошла, расслабилась. Пригласили меня в гости. Так посидели хорошо. С турецкими девочками. Вообще так хорошо, так посмеялись. Вообще супер. А я иду и думаю, может быть, Диана сейчас будет идти. Или пойти мне к дому, не стоять и тут не ждать. Нет, вон только звонок прозвенел, он детки выходят. Сейчас и я. У меня же голубцы сегодня, понимаете? Разморозила соответствующий кусок. Грудки. Электричество есть. Сейчас быстренько бзык-бзык. Листья пробланширую, закручу и пусть тушится. Не знаю. Может, Дианка раньше пришла. Короче, пошла к подъезду. Вот сейчас, может, тут стою напрасно, напрасно. Ладно, я-то все равно уже не пойду ни в маркет, никуда домой. Уже вечер. Не смотрите на меня внимательно. Смотрите на меня невнимательно. Я иду в душ. Слушайте, перед душем, думаю, откроюсь, похвастаюсь. У нас же произошло чудо. Я в своей дежурной кофточке. Прохладно-прохладно стало. Значит, пришло ж письмо, представляете? Я в шоке. Я ждала это письмо, получается, 8 месяцев. Какое письмо? Рассказываю поподробнее. От Ютуба, от Google. Вообще, у меня просто, ну, я даже слово, даже потеряла дар речи. Настолько я была удивлена, поскольку я уже просто забила. Я уже думала, это не произойдет. Куда ты пошла, Диана? Покинула меня. Представляете, как было дело? Когда открыли монетизацию, там была возможность, ну, я уже не знаю точно через какое время, но нужно было отправить запрос со своим адресом на что? На то, что они пришлют вам пин-код для того, чтобы можно было открыть, вот, грубо говоря, свой кошелек. Вот так вот скажем. Короче, мы это все сделали. Я прождала. Нет. Затем прождала еще. Отправили повторно. Все, сюда, на этот адрес. Ничего не приходило. Ничего совершенно вообще. Прошло уже сколько? Полгода. Муж мне говорит. Мы 3 раза переотправляли запрос, и ничего не было. Муж мне говорит. Давай типа туда, в Кайсере, отправим запрос. Может быть, у нас здесь как бы почта работает не оперативно, либо некачественно. Я говорю, ну давай, ну а что делать? Ну что, ну, терять уже нечего. В общем, мы отправили туда. Прошло 1,5 месяца. Ничего. Он мне говорит, давай повторно отправлять. А там, если засветилось, есть возможность отправить повторно запрос, то значит можно отправлять. Я уже там, понимаете, и видео пересмотрел. Я понимаю, что там копейки. Плюс там насчитаны эти копейки, да? Я это вижу, я это знаю, сколько там они мне насчитали. Плюс они еще там на карту будут перекидывать еще больше какой-то процент отымется, я не знаю какой. Вот. И, ну, знаете, копейки копейками, но приятно, когда эти копейки все-таки капают тебе на карту.
Пусть даже копейки вот такие вот. Там вообще смешное. Смешное. Ну да ладно. Вот. И муж мне говорит, давай еще раз. Я говорю, да давай, ну что делать? Ну и, короче, дали. И только что, я не пойму это, то ли уже камера отсвечивает темно, то ли это у меня растеклось, размазалось. Но она все-таки отсвечивает. Фингалы под глазами, фингалы. В общем, отправили в последний раз. Я говорю, ну что, ну будем ждать, и снова, и снова, и снова будем запросы отправлять. И только что пишут нам оттуда, пришло письмо. Сбрасывают фотку. Я прям потеряла до речи. Кричу, Диане, неси мне лекарство. Неси корвалол. На радостях, понимаете? В общем, вот такие дела. Мелочь, а приятно, понимаете? Мелочь, а приятно. Так что у меня там есть видео, сколько мы зарабатываем в месяц. Тем более я... А знаете, что Диана там участвует в видео? Вы думаете, так легко ее разговорить или так легко ее уговорить? Нет. Просто я сказала, Дианка, вот сколько есть эти 3 копейки, поделим по 1,5 копейки. То есть 1,5 копейки твои, 1,5 копейки мои. И она согласилась, сказала, да, ладно, хорошо. Но у нас, конечно, там не 50%. Я все-таки схитрила. Ну, а 50% ей, ну, зачем? Я-то всем занимаюсь, понимаете? Практически-то я все делаю, я имею в виду, выкладываю там. Самое сложное для меня, вот, оно, как бы, знаете, не столько сложно его, это видео там смонтировать, поскольку у меня же там нет крутого монтажа, да, все там соединю отчасти, соединю, и все. Самое трудное это для меня, это дать название видео, то есть, чтобы оно отображало содержимое. Вот это для меня самое сложное. Иногда я даю название целый день. Да? Потому что нет, можно написать прогулка в парке. Но это никому не надо. Как бы это ни было смешным, но название все-таки должно быть каким-то, ну хотя бы цепляющим каким-то. Но тем не менее, при этом не должен травмироваться смысл. Чтобы оно название не искажало смысла. Вот это для меня самое сложное. Поэтому у Дианки и процент меньше. Так, ладно, все, видите, волосы у меня грязные. Но, тем не менее, мы же с вами все родные практически, да? Вы мои друзья, я ваш друг. Поэтому, ну, вот я и такая бываю, и с такой вот жирной головой. Не знаю, что так быстро жирнеет. Не знаю, ну ладно, сейчас иду в душ и спать. Завтра у нас есть планы, пойдем по планам. Так что, всем спокойной ночи.